это же профессия древнейшая, поэтому бороться с... Это огромный поток туристов из-за этой проституции сюда. Это тоже не забывайте. Но, есть большое но. Это стыда и позор, в конце концов, для страны. Понимаете? Значит, так в журналах, когда реклама везде, по телевизору, когда вижу, по каким-то каналам, вот, это не хорошо есть, понимаете? Но, честно говоря, задаете такие вопросы, которые все знают ответы на них, понимаете? Все знают, что полиция, если захотела бы заниматься плотно этим, они могут остановить все. Могучая, очень сильная полиция в России, органы очень сильные. Но недавно я стоял на остановке, буквально, стоит, со мной стоит человек, и стоит там женщина. Я так и не понимаю. Представьте, мой опыт жизни, я не знаю. А он мне говорит, этот товарищ говорит, ты знаешь, кто она? Я говорю, не знаю. Говорит, называют их мамушкой или что-то, матушкой как-то вот. Я говорю, да что? И увидел в тот момент, значит, полицейский бегом туда. А вот эта барышня увидела вот полицейского, сбежала. Цирк на улице, прямо это на Кутузовском проспекте. Кутузовский проспект, где вот президентский вот кортеж постоянно туда-сюда. Если на Кутузовском, значит, о чем речь? Завтра будет внутри Кремля, мне кажется.